позиции Грина Се. Приближается Грина Скамп, это Дуна Жулахан. Жулахан впереди. Жулахан на второй позиции. Корнео на третьей позиции. На четвертой позиции Мурсат. На пятой позиции Присанео. На шестой позиции Грина Се. Жулахан. Жулахан впереди ведет скачку. Резко ведет Жулахан скачку. Впереди на второй позиции Жулахан. Выход на финишную прямую. Жулахан впереди первого выходит на финишную прямую. Корнео на второй позиции. Жулахан на третьей позиции. На четвертой позиции Мурсат. Присанео уже внешне со мной бокс пройдет вместе с Грина Се. Жулахан впереди. Жулахан впереди. За ним сразу идет Жулахан. На третьей позиции Корнео. На четвертой Мурсат. Присанео на пятой позиции. На шестой позиции Грина Се. Давайте поддержим участников. Желтый камзол, белый картуз идет. Уже рядом с ним идет Присанелло. И все остальные вместе. Чувак, Чувак вместе. Корнелло и Мурсат. Следующий поворот левый фон. Чувак выходит вперед. Два корпуса. Корнелло на второй позиции. Грина Се тут же рядом на третьей позиции. Присанелло выходит на вторую третью позицию. На четвертую позицию разделяет Мурсат вместе с Грина Се. На шестую позицию Чувака. Чувак впереди, Корнео на второй позиции, остается на третьей скачке корпус, Присанелло на третьей позиции, на четвертой позиции Мурсат, на пятой позиции Грина Се, на шестой позиции Булахан, Чувак открывается, два корпуса, на вторую позицию сразу разделяют три коня, Присанелло, Корнео, Грина Се, на пятой позиции Мурсат, на шестой позиции Булахан, еще добавляет Чувак, вот тут же рядом за ним Присанелло. Корнео на третьей позиции, на четвертой позиции Грина Се, остается в игре скачки. Пять корпусов на пятой позиции Булахан и на шестой позиции Мурсат. Присанелло выходит вперед, корпус Присанелло впереди. Булахан на второй позиции, Корнео на третьей позиции, на четвертой позиции Грина Се, на пятой позиции Булахан и Мурсат. Остается в игре скачки 20 корпусов. Присанелло выходит вперед, добавляет 5 корпусов. Жулахан на второй позиции, Корнео на третьей позиции, Грина Се на четвертой позиции, добавляет хорошую Булахан, выходит на четвертую позицию, объезжает Грина Се, выход на финишную прямую, и Присанелло первую выходит на финишную прямую, Присанелло впереди, 10 корпусов, Жулахан на второй позиции, на третьей позиции, идет очень хорошо, у нас Булахан, последние 250 метров, Присанелло впереди в руках, на второй позиции идет Жулахан вместе с Булаханом. На четвертой позиции идет Корнео. Последний 100 метров. И Присанелло легко уверенно проводит все. Первый пересекает финишный стол. Булахан, Жулахан, Корнео показывает пятое место. Мурсат, Грина Се. Латинского ипподрома. Мы начинаем процедуру награждения победителя 8-й скачки. Приз Акимата города Алматы. Первая финишному столбу подошла у нас под 8-м номером Присанелло. Присанелло выигрывает сегодня приз Акимата города Алматы. Присанелло является дочерью Excellent Art и Heroiki. Тренер Коробейников Петр Николаевич Акеев Кусаинов Евиль. Присанелло в прошлом году выиграла приз Акимата города Алматы, и в этом году она подтверждает статус, свой статус лучшего стайла Республики Казахстан. Приз вручает Жанхан Даяна, пресс-секретарь управления физической культуры и спорта города Алматы. Приз вручает тренеру Коробейникову Петру Николаевичу и Жакееву Кусаинову Едилию с этой победой в призе Акимата города Алматы.
Персонал в этом году уже выиграл 4 скачки на разных ипподромах Республики Казахстан. На ипподроме города Экибастуз, на ипподроме Кулагер, поселок Красный Яр. И 2 скачки она выиграла на Аматинском ипподроме, установив новый аматинский рекорд на дистанции 2400 метров. 2 минуты 27,5 секунды прошла в Персонелло. И вот 4-я победа в сезоне 2017. Она выигрывает повторно приз Акимата города Алматы, который является спонсорами проведения сезона 2017.